Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы с вами продолжаем играть в Киберпанк. И как мы договаривались, сегодня пойдем повыполняем некоторого рода второстепенное задание. У нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вроде как, если я не ошибаюсь, минус 4, которые высокие, итого 11. Ну, интересно, поехали. Цифровой бонус. Забрать у Netrunner'а скрипт запрос. Давай с него и начнем, почему бы и нет. Далеко нам ехать? 3,9 километра. Я думаю, что имеет смысл прокатиться, по большому счету. 3,9 километра — это не так много. Почему-то мне кажется. Музяка качает. Ви, слава богу, мне, наверное, нужна твоя помощь. Наверное? Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальдо, там все расскажу. Окей. Альдекальдо? Я думал, ты от них ушла. Долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Хорошо, хорошо. Да ёптель! А куда ехать-то? Бляха, в другую сторону и пять километров. Новая душа. Я Себастьян Ибарра. Меня называют Падре. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Ну, будем. Кто ты такой? Тоже мне каких-нибудь заданий подкинешь? Ладушки, меняется план, едем к панам. Прикол в чем? Мне говорили, что если завершить задание у панам, то можно получить какое-то легендарное оружие. Я уже не помню, но что-то вроде такое в комментариях мелькало, поэтому можно попробовать. Опять же, к ней ехать на машине, если что, не обязательно, потому что мы уже там были, по большому счету. Поэтому мы можем воспользоваться быстрым перемещением. Так, и... Сюда, поехали. Временный лагерь, у нас там есть точка, все классно. Так. Че, все? Нет? А что ж там, то ли пистолет... По-моему, снайперская винтовка там будет легендарная. Пацаны, здорово. Где по нам? Да блин, опять новая... О, прикольная, кстати, машина была. Ну ладно. Здорово. Ви, спасибо, что приехал. Пожалуйста. Расскажи, когда ты успела помириться с Альдекальдо? Ты не подумай, они по-прежнему меня бесят. Угу. Но, понимаешь... Это семья. Ну да. Ну рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Я тоже когда-то жил с кочевниками. Похоже, даже город не может нас изменить. Тут сложно спорить. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Граната Техтроники. Ты уже видел ее в деле? Плюс получишь уважение Альдекальдо. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли, меч по дороге объяснит, что к чему. Пойдем. Вот это я да. А ты мне ее уже дала или потом будет? Видимо, потом, да? Ну хорошо. Мне страшно нужен задан. Бляха, прикольно. Давай, лучшая снайперская винтовка. Панама, что творится-то? А что такого? После того, что случилось со Скорпионом? А что случилось со Скорпионом? Я-то тут при чем? Соло, крышка. Ой, идите нахер. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Да, да. Ты ведешь себя как сумасшедшая, ты в курсе? Кто-то же должен. Вот, кстати, интересно, если Соло захватили, они все семья, почему все сидят, а одна по нам как бы за это все переживает и что-то делают? Они же все семья, разве нет? Или я что-то путаю? Где меч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ха, ты
Ты не говорила, что с нами будут чужие. Я не сейчас чужой. Сейчас любая помощь пригодится. Опереться на машину? В каком месте? Так. Ну что, как будем действовать? По-тихому. Открытая атака — это самоубийство. Ой, да ладно. Мич уже занялся разведкой. Ты проберешься в лагерь духов, а я тебя прикрою. Для тихой работы как раз двоих хватит. Не то чтобы мне не хотелось пойти с вами и придушить пару стилетов. Просто... Да ты оглянись. После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. А не переместимся еще глубже. И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, пошла ты нахер. Ему не обязательно понимать. А вот и Мич. Здорово. Я запустил дрон над лагерем духов. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Мич, как ты? Вот бы изолента могла решить все проблемы в мире. А она может, между прочим. Ты бы лучше думал не про меня, а про Соло. Будешь смотреть или нет? Ну, давай. Что там? Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Ага. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с... А почему он не всех сканирует? Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Мне надо всех отсканировать. Пройдем и пометить. Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Я, кстати, дроном не могу управлять, если что. То есть вот он как летит, так и летит. Я могу только сканировать. Видишь там следы? Ага. Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Еще есть пацаны где-нибудь? Опа, пацан. Несканируемый. Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Подожди, подожди, подожди. Я надеюсь, это у меня все не это. Все, что я отмечаю, не пропадет потом, когда мы пойдем на дело. А раз пошли на дело, выпить захотелось. Похоже, Соло держали здесь. О, прям это так? Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Ага. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Пока не вижу. Ящики, радио. Не-не-не, не вижу я пульту. А, нет, вот. Ну, подожди, а где? Ворота есть. Ну, возможно, он где-то есть. Пульт управления. Ладно, хрен с ним. Допустим, он есть. Опа, подожди. Дух-охотник. А он не помечается. Серьезно, не помечается почему-то. Ну, все ясно. Мне кажется, лучше в открытую идти. Гараж с главным зданием. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Да, нет. Да,
Едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Так, если мы едем по-тихому, зачем нам фургон? Дайте какие-нибудь мотоциклы. О, прикольный. Мощная работа? Скорее, мощная импровизация. Угу. Ну, это все, что у нас есть. Ну все, поехали, помчали. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро его на ноги поставит. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Да, почему конечно, бы нет? Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. Ах, чего ты не ж. Ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Ну, давай я. Вот, блин, я уверен, что по стелсу не получится. Если вот обязательно надо будет по стелсу, то мы будем долго мучаться с этим. Если это какое-то дополнительное задание или тупо на словах, то тогда ладно. Потому что со стелсом у меня большие проблемы. Ой, товарищи полицейские, что ли? А, нет. Я думал, полицейские стоят, патрулируют. Нет, музяка хорошая, конечно. Не вся. Есть беспонтовая, но в большинстве случаев мне прям заходит. Воу-воу-воу, полегче. Полегче, полегче, полегче. Жалко, что они вырезали все-таки тюнинг тачек. Я думаю, что в дальнейшем добавят опять. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но... Он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... А что только? Что только-то? Вот и поговорили. Было бы прикольно, если бы игру допилили, да? Хрена себе! Ты видишь? И добавили бы онлайн режим. Это будет буря, так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Песчаная буря. Так это очень так-то хорошее прикрытие, надо песчаная буря. Тачку. Оставь ее около скалы. Ой, сорян. Бляха, радио сломалось. Я радио сломал. Все, музяку больше не послушаем. Все, на выход. Поехали. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. Давай. А ты там внизу, береги себя. Ага. Погоди, мне надо тогда что-нибудь финдиферстовать, типа глушить. А, я на пистолет не могу глушитель поставить. Тогда подожди, пойдем с Аяксом. Позволяет наносить 2,5-кратный урон при скрытой атаке. Глушитель повышает вероятность критического попадания на 10%, но уменьшает базовый урон на 30%. Давай, поставим. Ну-ка, насколько ты тихий? Ну, вроде нормально. Так, а подожди, а почему прямоугольный-то? Я же круглый ставил. Ну, хорошо. Так, я пошел. Ух, палево. Ага, все мои метки пропали, да? Я понял. Прикольно, конечно, но... Так, а я здесь упаду и ноги переломаю. Подожди, я с другой стороны обойду, ладно? Давай попробуем изначально по стелсу, а там уже как получится. Так, тихо. Блять, какая граната? Ты долбоёб, что ли? Ну, все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Черт, Ви, можно было аккуратнее. Да я просканировать хотел и отметить. Ёп. Все, стелс пошел по пизде. Я понял. Беда.
Ты живой, что ли? Как мы так проебали? Как я так проебался? Подожди, я перезаряжаюсь. Все, я пошел. Бляха, ну как так глупо, тупо, просто. Что у тебя есть? Ничего у тебя нет, да? Спокойно, я проверю систему безопасности. Она тут работает, ее нельзя выключить. Евро... Да какие евродоллары? Во! Так, сеть. Подожди. Нет, нету. Здесь должно быть не сеть, здесь должна быть локальная сеть для того, чтобы подключиться к их камерам или системе безопасности. Я не хочу умирать! А там где? А, за дверью стоит. Вот гаденыш, подожди. Не берет. Да. Это не пистолет Сильверхенда. Охренеть, тут война, конечно, творится. Ух! Подожди. Бляха, патроны. Сейчас, сейчас. А ну, замри. Не, херня идея, пошли. Что? Серьезно? Подожди-ка. А мне там сила или реакция нужна? Сломать преграду. А, инженерка. Техника. Как так? Довольно странно, что я не мог его прострелить через дырявую перегородку. Но нет, так нет. Погоди, это тупик? Бляха. Тихо. Единственное, кого я тут больше всего побаиваюсь, это все-таки снайпера. Потому что они бьют, в принципе, достаточно-таки неплохо. В плане сильно. Да что такое? Просто вот так деньги валяются, прикинь? Просто на полке, в складе, валяются евро-доллары. Да как, у вас тут весело. Опа. Еще варианты. Так, этот труп уже валяется. Все, вроде никого. А, наверху. Вылазь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, пацаны. Нет? Да блин. Сколько у тебя патронов вообще в обойме? 4. Ну это не серьезно. Это очень мало, 4 патрона. Да, по-тихому, конечно, не получилось. Ну что поделать? Я не хочу
Таков путь. А, закрыто. Патроны, то мне пригодится, а то у меня заканчивается на пистолет. В смысле? В смысле? А тот-то за стеной, получается, был? Опа, здрасте. Да не переживай, всех-всех. А где вы? Ага. Вот и все. Что это было? Что это? Что это? Куда это? Подожди, что? Не понял. Пошло какое-то отравление? Что это было? Бляха, ну не... Вполне вероятно, скорее всего. Там была какая-то мина, которую я не заметил. Но я не думал, что здесь есть мины. Вижу тебя хорошо. Это хорошо, что ты видишь меня хорошо. Опа, опа, тихо. Тихо, 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 тихо. Так, убить-то какая кнопочка Ф? Меня никто не спалил, вроде нет. Так, а как мне сюда пройти? Ага. Прыгни, пожалуйста. Я прыгать не могу, застрял. Нет, все, отстрял. Я внутри. Тихо. Кто? Ага. Пока нормально. Конечно, вот это, как она называется, способность с обнаружением, она делает свое да, дело. Ты рядом с главным комплексом. Где-то там они должны держать Соло. Вот это деньги воровать, да? Подключиться 5 из 6. Давай прокачаем. Да, блин, это евро-доллары, но я не хотел, если честно. 1C55, E9-55. 1C55. А потом должно быть E9. А где здесь E9-то взять? Не то сделал. Ну ладно, малое количество украдем. Если в любом случае, ну долларов, ну 300 может было бы. Ничего страшного. Так, парниша раз, он меня не видит. А... Не понял, почему метка-то исчезает. Только не рыпайся. Чего? Не высовывайся! А как где я высунулся-то? Меня никто не видит, где я высунулся-то? Ты чё?
Вот и все. Делов-то. Не, ну, вроде как получается что-то. Никого нет. Осторожно, в этой башне сидит стрелок. А вот и главное здание. Так ты прикрывай меня, нет? Паразитов. Сол точно где-то здесь. Я это чувствую. Помнишь, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. Ну, обратно же мы спокойно не выйдем. Мне кажется, обратно-то все равно будем выходить с боем. Че, спалили все? Можно было аккуратнее. Найди Соло и выведи его оттуда. Блять. Да ой. Автомат этот говеный. Так, ну все, как я понимаю, камера мне подключаться вообще не имеет уже никакого смысла. Ой, ты чего? Так, стоп. Рокировка быстрая. Сюда. Все, 4 выстрела. Давай перезаряжайся, пойдем искать Соло. Так, локальная сеть. Подключено устройство. Захватить удаленно. В смысле? Ну все. Бляха, монитор сломали. Вчера я ему руку отстрелил, серьезно? Тут такое можно было? Прикол. Так, погоди, локальная сеть. О, нашел. Все, я нашел его, отлично. Это где? Здесь же я где-то вроде нарвался. Странно, уже нет. Опа. О-о-о, братцы-кролики. Нет, я не верю. Не верь. Надо выход зачистить. Да, не исключаю. Бляха, промазал. Ух ты ж. Ну все, их двое осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Чья-то рука. А, кстати, фиолетовая хрень выпала наверху из снайпера. Отлично. Так, мне надо вниз. Каким образом? Ага. Ой, пацаны, здрасте. Позиция опустела, займите. Получено достижение что? Настоящий солдат? Да, я такой. Все, здесь чисто. Хилка мне пригодится, евро-доллары тоже.
Так, сеть. Не, а, нет, это не то. Не то, не то, не то. О, потрошки. Банан. Кажется, я его вижу. Он что? Живой. Ух ты. Вроде да. Хорошо, хватай его и сваливайте оттуда. Пойдем, братишка. А, нет, подожди, стой. Все, пойдем, братан. Да вколей ему эту дрянь и пошли. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Пойдем. Семья ждет. Ну чего? О, да. Теперь можем и потанцевать. Ну пойдем потанцуем. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь оттуда. Я еду за вами. Хорошо. Да я по большому счету это всех разложил уже. О, блядь! Какая нахуй кавалерия? Откуда они, кстати, взялись? Их же не было столько. Вы чё, пацаны? Ох, бля, буря начинается. Так, подожди, мне надо наверх. Я там фиолетовую херовину потерял. Ай-яй-яй-яй-яй! Не-не-не. Я с тобой сам разберусь! Да подожди, я сейчас приду. Зайди ты в это окно, пожалуйста. Как сюда заходить? Пробел? Он не залазит в это окно, прикинь. Не, он серьезно, он не лезет, все. Все стекла мешают? Ну давай выбьем. Так, как мне попасть на... Ага. Все, игры кончились. Подожди, пятек. Мне еще выше надо. Бляха, да как же к вам туда наверх-то попасть? Так, здесь нельзя. Ну, блин, там фиолетовая какая-то пушка, наверняка снайп... Ай, подожди, мне же дадут легендарную. А зачем я тогда это делаю? Ладно, все, я понял. Я с тобой сам разберусь. Хорошо. Найди меня сначала, понял? Потому что я сам не знаю, где я. Пойдем, братан, пора уходить. Сейчас? Как? Ну идти в открытую, если честно, грубой силой, здесь гораздо проще. Ну и немного интереснее, потому что это все-таки блокбастер. Анан, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. Тем более, что это временный лагерь. Ты как пахан найдешь новое место. А кровь она сотрет? Что? Они, видимо, вызвали подкрепление. Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Сейчас отобьюсь. Панам, выпусти меня. Выпусти меня. Надо скинуть хвост. Открывай дверь. Ну все, хана двигать. Заткнись, Сол. Больше я из него не выжму! Сделай что-нибудь! Наконец-то! Приготовься! О, вот это интересно, конечно. А ну! Хуй-то, не работают. Альдекальто! Черт, опять! Пора поиграть в тир! Сейчас, сейчас, все нормально будет. Ищем укрытие! А то я не знаю!
Тут рядом заброшенная ферма. Я еду туда. Блять, больно. Ты хочешь меня угробить? Подожди, я почти сделал. Последняя машина осталась. Все, капот отлетел. Ну все, хватит меня. Это победа. Мы их сделали. Мы. А, я. Молодец, хвалю. Даже я не справился бы лучше. Естественно. Спасибо. И что, куда мы, на ферму бурю пережидать или что? Где моя снайперская винтовка? Я помог, давай. Кстати, заметил, что оптика вся не работает в песчаную бурю. Она вроде как сканирует, но при этом ничего не показывает. Имеется в виду окружение, то есть это как бы черный круг и силуэт противника. Ну, куда-то мы приехали явно. Так долго. Фы, пропустить поездку нельзя. Но как на хвосте никого нет. О, все. В дом быстро. Пойдем. Фух. Мне надо передохнуть. А тут свет есть? Так, вы передохните, а я пока посмотрю, что мы умудрились собрать с этого всего. Хрень с планеты хрень. Ну, штурмовая винтовка. Как у нас уже есть, у нас есть Аякс. Так, подожди, он у нас эпический, но при этом... Но при этом слабее. Он у нас вообще на самом деле какой-то беспонтовенький, если честно. Давай мы, наверное, Аякс заменим. А, я не могу сейчас менять. Хорошо, а переодеться-то хотя бы могу? Да, переодеться могу, оружие менять не могу. О-о-о. Фига, много чего интересного. 18 уровень, 18. 18, 22,8, 22,8, 22,8. Ну, одну оставим, остальное мы скинем. Зачем нам так много всякого разного одинакового? 73,2. Нахер. Так, плащ, это еще с прошлой серии. Ботинки. Не могу, 18 уровень. А у нас 17. А я серьезно не могу, что ли, оружие менять? Да, пока не могу это сделать. Ну ладно. Как раз успели к ужину. Не видно ни хрена. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. А можно мне тоже присесть? Нет? Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Сейчас сделаю. О, еще что-то есть даже. Дангер. Сколько тут? Ого, работает. У нас есть свет. Как все легко и просто. Во. Так хоть что-то видно. Черт, холодает, однако. Не замерзнешь. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет? Давай. Хотя знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Ой, весело, конечно. Че ж сами-то не сходите? Серьезно, почему Сол этого не делает? Почему это делаю я? Все, почапали обратно. Поговорить с Панам. А куда там еще ведет? Фух, здорово, пацаны. Ой, пиво, Андрик. Нет? Войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Ага. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь.
Так, мне хочешь можно... присядь? Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Давай. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стало бы меня. Я промолчу, не буду вмешиваться. Видишь, Сол сжимает зубы и морщит брови. Он так говорит, спасибо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь, что начинается? Большие проблемы. А может, и большая война. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. А чё я-то? Не злись, но думаю, что Сол, возможно, прав. Что? Почему? Потому что. Сейчас на кону стоит выживание клана. Его будущее. А тебе показалось, что я о чем-то другом говорю? Ты сказала, что стилеты как саранча. Так вот, биотехника умеет бороться с вредителями. Ты слышишь, Панам? Это говорит голос разума. Я слышу только долбанный ветер. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да, уж надеюсь. Я, судя по всему, непрошибаемая, да? Сейчас я бы с удовольствием стримнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Песчаные? Хабуб. Классное слово, правда же? Охуя, он подрапал. Вау, что это было? Это глюк. Че, бахнем? За хабубы. Да! За хабубы. За бубы. Ой, высокооктановая хрень. Так это бензин, наверное. Вряд ли это виски. Рассказывай. Я до сих пор не могу привыкнуть. Ага. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Он спит. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Слышь, ты ко мне не подкатывай. Как вы оцените виски, мэм? Теплое. С легким металлическим привкусом. Выразительное, но мягкое. 4 из 5. Угу. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Не, до бедра пока рано, наверное. Для персонала свободной Калифорнии желание гостя — закон. Сделаем все, что захотите. Осторожнее, и мало ли, что я могу захотеть. Да за это надо выпить. Знаешь что, Ви, надо ложиться спать. День выдался не самый легкий. Что? Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Что? Ты слышишь? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выть. Да ну тебя нахер. Хабубом не знаю. Динамо. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. Понятно. Ты заняла этот диван. Тот охламон тот диван занял. А мне где спать? Понятно. Сон отменяется. От лица персонала мотеля... Свободная Калифорния. Желаю вам, блядь, приятных сновидений. Мудила.
Взяли, кинули меня, я уже тут рассчитывал, что как бы это будет интересное, чего-нибудь такое, 18+, контент, а не нифига. О, радио работает. Нас не кинули? Нет, нас... Не понял. А, нет, смотрите, не кинули. Смотрите, кто живой. Привет. Нормально спалось? Молодец. Было бы лучше, если бы вместе поспали. Как там Сол, в порядке? Трещина в черепе, 6 сломанных ребер, отбитые почки. Но уже командует всеми направо и налево. А ты? Я нормально. Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. Чего это? Я спала как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Не только на плече. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Ты должна остаться. Ты это сама понимаешь. Никто из них этого не скажет, но ты им сильно нужна. А как же иначе-то? Пойдем. Ты мне снайперку дашь? Вчера, когда мы с тобой спорили с Солом, вы оба наговорили херни, но в одном я с ним согласна. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Да, я уже взял. Береги ее, она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно, спасибо тебе еще раз. Насчет прошлой ночи? Ну, давай на хорошей нотке закончим. Прошлой ночи. Слушай, давай лучше не будем об этом. Я просто не хочу так. А как ты тогда хочешь? Как-то вот так. Во, я ж тебе говорю, на хорошей ноте закончим. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. Естественно. Хотя могла была бы заплатить 1050, и все было бы хорошо. Так, тогда берем, давай, куда, не понял. Снайперская винтовонька, вот она, надзор, культовая, хорошо. Тогда вот эту гадость мы можем выкидывать, которая град называется. Это культовая, культовая мы оставим, перекинем его куда-нибудь, туда-нибудь. И погоди, Аякс, 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 Аякс. Я думаю, что время пришло с ним попрощаться, с Аяксом. Действие невозможно. А как снимать с них модификации? Как-то же можно наверняка снимать с него модификации, это прям 100%. Но я не помню, как это делается. Просто я от Аякса хочу избавиться на самом деле. Ну что дальше? В других обстоятельствах я бы сказал тебе, езжай за ней. Но сейчас ты только глянь на нее. За такими девушками нелегко угнаться. Так она уехала, что на нее глядеть? Можно только надеяться, что они сами тебя подождут. А тебе-то что? Не знаю, может, что-то вспомнилось. Неважно. Ну все, посмотрели на жопу мира, пора и обратно к цивилизации. Ну, кстати, да, есть такое. Ух. Ну, жалко, что магазин только на 4 патрона. Это, если честно, малёха неудобно. Не то чтобы малёха, это писец как неудобно. Так, карта Таро. Здесь нужно просканировать граффити и найти карту Таро. Здесь есть магазин оружия, есть бар, есть Тортон Колби. А, ну эту машину купить за 49 тысяч не буду. Почтомат. И давай сюда сходим. Прям напрямую. Подожди, а можно? Поехали. Я не знаю, чей это, но будет теперь мой. Сменить вид. Сменить вид. Сменить вид. Ку. Бляха, не работает. Так же не видно нихера. Здравствуйте, меня зовут Ариф Экбал, и это новости на WFT.
Воу! Пробудись и пробуди других, окей. Случайность. Ладно, бывает и такое. А, кстати, я как раз к тебе и хотел. Давай посмотрим. Как модификацию? У тебя можно модификации доставать? Это гранаты, это всякое вот это разное. Нельзя, да? Нельзя. А как же... Не, ну как-то же их можно доставать. Подожди. Я пока не понял как, но как-то можно. Ой, вот эта машина, наверное, продается. Да, 49 тысяч. Но это очень дорого. У меня сколько денег? 46. У меня даже не хватает ее покупать, купить. Но я и не хочу ее покупать. Вон там. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Ага. Ладно, допустим. И что тут на... А, почтомат тут был. Почтомат, это вот эта хрень. В смысле продать? А, продать? Не, я хотел отправить. Но отправить я не могу. Тогда давай, знаешь, каким образом сделаем? Так, мне нужна тачанка. Вот эта машина. Можно же в багажник просто скинуть. Открыть тайник. Есть. Сюда мы скидываем тогда тебя немножечко. Пистолет вот этот, но я не могу им пользоваться, пока не одену смарт-линк. Но пока пусть со мной побудет. Аякс пока не буду, опять же, снимать, потому что мне надо знать, как с него снять модификацию. Потом я его продам. Ну и все. Встретиться с Такэмурой? Нет, нет. Нет, неинтересно. Уровень высокий, высокий. А, есть очень высокий, есть просто высокий. Цифровой бонус. Забрать у Netrunner скрипт запрос. И далеко это? О, а, нет, здесь есть быстрое перемещение. Давай попробуем. Вполне вероятно, что нам просто надо прийти и забрать, но, конечно же, я в этом сомневаюсь. Ну а вдруг? Если просто прийти и забрать, тогда еще за сегодня успеем сделать. Вообще, по факту, если бы меня не убили в первый раз, то мы бы еще одно задание успели. Но, к сожалению, увы и ах. Какими-то путями ведет меня. Алло. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Ага. Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Окей. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Так это ты, Ви. Слышал, наверное, что случилось. Такой ужас. Она оставила тебе демона. Подарок из загробного мира. Должен работать на всех деках третьего поколения. Точно. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Так. Это он, получается, да? Да. Вызов подкрепления. Это все не то? Необычные компоненты, необычные компоненты. Мне надо деку точно. Говорили, что лучше сменить ее. Потому что у меня типа дека говеная. Скриптов, но вы можете в любое время заменять на новую, можете трюмить снаряжение. Не-не-не, подожди, у тебя деки, получается, нету. А где мне можно раздобыть деку? Так, я здесь. Рипер. Наверное, сюда. Пойдем. Успеем, успеем. Так, давай путь немного срежем. Хорош. Ну-ка, разойдись, пацаны.
Типа, в моей деке очень мало памяти. Она быстро заканчивается, поэтому надо деку покозырнее. Ша посмотрим. Во-первых, сколько она будет стоить. Во-вторых, сколько она будет стоить. И вообще, туда ли я иду. Да ну не сейчас, подожди. Здравствуй. Мы не знакомы. Я Элизабет. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Сейчас. Ты это сможешь. А почему именно я? Есть какая-то причина? Мне тебя порекомендовали. И кто же? Я бы не хотела говорить по телефону. Мы можем встретиться и обсудить подробности. Да, давай. Давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Давай, покидусики. Что у тебя есть? Вот, кибердека. Погоди, у него есть... Замедляет время на 75% на 8 секунд. Время восстановления 30 секунд. Чтобы включить, зажмите Е. Повышает вероятность критического попадания на 10%, когда действует Санденвин. Так, подожди, это же не кибердека. Вот кибердека. Тетратроник. 15 косарей, да? Базовый объем памяти 6. 6 размер буфера, 4 ячейки. Ну, в принципе, наверное, давай заменим. Почему бы нет? Это раз. Киберимпланты. Ничего нет. Лобная доля не хватает. Здесь очень много всякого. Взлом протокола на 100%. Мгновенно восстановит 30% здоровья, когда остается меньше 15% его запаса. Вот это, кстати, прикольная вещь. Блин, надо будет подумать. С деньгами собраться и что-нибудь подумать. Смарт-линк позволяет установить... А, во! Бляха, ну это дорого, конечно. Подожди, а если я вот эту хрень поставлю... Так, стоять. Все так же не работает? Джуди? Нет, работает. То есть мне смарт-линк не обязательно покупать. Мне надо было просто татуировку сменить. Так, хорошо. Тогда... нет, не создание, персонаж. Не-не-не, снаряжение. Снаряжение. Кибердека. Кибердека. Модификации, скрипты. Взрыв гранаты. Смертельно. Заставляет врагов взорвать гранату у себя в руках. О, хорош. Так, запрос. Обнаруживает врагов и устройства, которые подключены к локальной сети. Давай. Отключает оптические импланты цели временно. Нет, не-не-не. Давай с гранату сюда вставим. Смертельно. Наносит урон, который увеличивает пропорционально потерянному здоровью врага. Менее эффективен против роботов. Наносит урон, который увеличивается пропорционально потерянному здоровью. Так, понятно. Блокирует умение врага с имплантами. Передается ближайшее сопровождение. Бездействие больше времени быстро передвигающих врагов и нетраннеров. Давай. Временно блокирует оружие врага, не позволяя его снять. Снижает точность. Передает ближайшему врагу в радиусе 8 метров. Не смертельно. Носит урон. Эффективен. Нет. Замыкание. Нарушение. Не. Давай вот это поставим. Мы же в любой момент можем вытащить, если что. Что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Хорошо. Ну, это уже потом. Продолжим в следующей серии. Поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.